Всем привет, дорогие друзья, с вами Механик. Сегодня новенькая серия City Car Driving. И у нас сегодня РПшечка, и в меня только что приехала машина другая. А эту и многие другие игры вы можете купить в моем магазине. Лучшие цены и 100% гарантия. Ссылка в описании. Почему ты это сделал, чувак? В общем, сегодня по сюжету РПшечки первый день за рулем, первая машина. Это вишневая девяточка. Просто вообще все тут сложилось. Какая это замечательная авария, которая произошла. Ее машина заглушена даже была. Чувак, что ты делаешь? Ребят, напишите в комментариях, как вы к этому вообще относитесь. Что происходит, почему так. Но в любом случае мы будем с вами начинать. Так. Запускаем двигатель. Давайте вот так вот сделаем, просто чтобы убрать его, чтобы как будто с чистого листа такой чпоньк и ничего не было. Во, все, запускаем двигатель. Так. Все, я все помню, как. Как учили. А, пристегнуться нужно. Как в автошколе, фары включим. Так. Задняя передача есть. Сейчас аккуратненько назад. Так, аккуратненько, назад. Блин, дядя, аккуратней. На Гелендвагене что ты остановился? Я могу вперед отъехать. Так вот, чтобы случайно не задеть вдруг. Фух, так, я поворачиваю, выезжаю. Аккуратненько, ребята, аккуратненько. Тихо, блин. Фух. Все хорошо, все нормально. А сейчас проверка на реакцию. Успеешь ли ты подписаться за 3 секунды? 1, 2, 3. Успел, красавчик. Фух. Все, выехал с парковки, теперь едем. Сейчас буду кататься по городу, чтобы учиться. Не, в целом все хорошо. Реально, как в автошколе, права получил, вот, теперь нужно учиться. Так, левый ряд не занимаем. Едем вправо, но тут что-то все стоят. Так, тормозим. Блин, заглох. Сцепление забыл выжать. Так, вторая. Хорошо, отлично прям. Фух, даже не трудно в целом-то. Что у нас? Топливо, ну, еще есть? Ну ладно, не буду пока заливать. Сейчас так поезжу, пока покатаюсь. Тихо, фух. Так, нейтральную сделал. А, поворотник надо включить направо. Надеюсь, все будет хорошо. Надеюсь, все получится. Так. Такое ощущение, что все смотрят на меня, как будто я... Как будто все знают, что я только права получил. Сзади, вот что он поджимается так на Ниве на своей? Так, светофор еще долго горит. Сейчас направо поверну. Там как раз широкая такая улица, вот эта северная. По идее, нормально должен проехать там. Нет, двигатель, правда, не прогретый еще. Так, ну ладно. Так, первая скорость, включаем. Давай, тормоз, газ. Блин, заглох. Давай, газ. Да что ж ты глохнешь-то, елки-палки. Блин, не первая, нифига была. Так, поворачиваем. Ух, не туда. Так, вторая скорость. Ох, жесть, вот это да. Ой, как сложно-то. Так, какая тут третья? Нормально в целом, пока еду хорошо. Следующая, четвертая. Ух ты, блин. Опередил, нормально. Аккуратно, что тут? Так, в какую полосу мне, в какую? Я не в ту полосу встал. Блин, я не в ту полосу встал. Ладно, сейчас попробуем как-нибудь. Если он резко повернет, то я, наверное, успею. Так, первая.
Давай, 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 поехала, поехала, поехала. Поехал, поехал, поехал. Аккуратно, мужчина, аккуратно. Чё она не едет? Вторая. Блин, опять третью воткнул вместо первой. Третья вот сейчас. Да... Что-то коробка непонятная какая-то. Фух, ну ладно, в целом все неплохо пока. Ай, так, 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 так. Ох! Ох, блин! Жестко было, ну ладно, нормально. Так, фух, четвертая, наверное, много здесь. Давайте третью, вот так что ли. Так, хорошо, хорошо. Фух, ну страшно, пипец, конечно. Боюсь куда-нибудь врезаться. Но ничего, пока все получается неплохо. Давай, давай. Поехали, поехали потихонечку. Так, куда ты? Блин. Так, первая. Вот, даже плавно получилось тронуться. Тихо, тихо, все нормально. Да куда ты? Фух, блин. Так, а мне куда? Мне вот сюда. А он куда едет? А он туда поворачивает. А мне куда? Блин, а мне-то куда? А мне туда. Фух! Тихо, 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 тихо. Чуть не врезался. Так мне вот туда же получается. А он сюда. А мне... Давай, 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 давай. Ух! Блин! Блин, 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 блин. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это да. Стукнул Гелендваген. Блин, за мной мигалки. Надеюсь, что... Так, поворотник выключить. Ой-ой-ой-ой, вот это сейчас да. Так, что надо делать? Надо куда-то уезжать. Надо срочно куда-то уезжать. Ох ты ж, блин. Ёлки-палки, как так я умудрился, а? Как так я умудрился? Блин, что же будет-то теперь? Я надеюсь, они не найдут. Блин, я надеюсь, меня не найдут. Я сейчас буду уезжать максимально далеко куда-нибудь. Так, 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 тихо, тихо, тихо. Тормозим, тормозим, тормози, 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 давай. Так, прямо все едут, да? Да, здесь все прямо по знакам едут. Ладно. Думаю, сзади пока не вижу их. Поехали, поехали. Да чё ты... А, блин, заглох опять. Давай, давай, давай. Все сигналят друг друга еще. Так, 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 тут чё, направо? Куда мне ехать-то, блин, где мне прятаться? О, туда стрелка, он горит. Сейчас я вот так вот, стрелка, стрелка. Вот так вот, фух. Давай, давай, давай. Давай, девяточка, уходим. Уходим, уходим красиво. Так, света... О, блин, гелик, гелик. Надеюсь, это не тот. Надеюсь, это не тот. Спокойненько как-нибудь вот так вот, чтобы он не увидел нас. А реально, может быть, и тот. Может быть, он ищет нас, ездит. А, заглох. Давай, давай. Так. Фух, все нормально. Нормально, нормально пока. Ой, блин. Красный. Красный. О, что там дорога перекрыта?
Так, тогда сюда. Главрыба. Так, надо какие-то дворы тогда найти. Все перекрыто. Что-то везде ремонт, что ли, делают. Во! Вот этот двор, то, что надо. Сейчас заеду туда. Так. Здесь нет заезда. Вот здесь, может быть, направо будет. Да, вот направо есть. Сейчас попробую объехать дом тогда. Давай. Давай, дедок, едь. Так. Фух, ну что, я пока здесь тогда спрячу машину. Пускай она здесь стоит. А сам я побег. Надо номера только скрутить с машины. Надеюсь, меня не найдут. Ребята, в общем, вот такая какая-то серия. Получилась супер спонтанная. Все на ваших глазах. Если понравилась РПшка, ставьте лайк, пишите комментарий. Не забудьте подписаться на канал. И всем пока.